Новая федеральная трасса поможет в кратчайшие сроки добраться из Перми в Кунгур. Исключить возникновение заторов и сократить количество ДТП на участке помогут 6 полос движения до Кукуштана и 4 полосы до Кунгура. Обход Биршети уже сдан в прошлом году. Далее по плану дорога до Кукуштана протяженностью 14 километров. Она должна быть построена к 2017 году. Подрядчик работает даже с опережением графика. За выполненные работы из федерации дорожникам уже перечислено 800 миллионов рублей. Земляные работы в основном сделаны. Сейчас основной упор на дорожную одежду. Произведено земполотно на объездной дороге 69-90 напротив Яныча. Эта дорога делается для того, чтобы полностью построить путепровод, ну и переключить всю федеральную трассу. На другом участке, возле Звездного, готовят съезды к поселку. Уже вырублен лес, ведется выкорчевка пней и разработка выемки. На участке круглосуточно дежурит около 10 единиц техники. Еще в июне на этом месте был лес. Буквально за пару недель строители вырубили огромное количество деревьев. К 1 сентября 2015 года планируют построить съезды к поселкам Биршеть и Звездный, чтобы воспитанники Суворовского училища смогли добраться до учебного заведения вовремя. Об этом губернатор края Виктор Басаргин договорился с управлением федеральных дорог. С запуском новых съездов можно будет пользоваться и недавно построенной дорогой обход Биршети. Несмотря на то, что стройка федеральная, краевые власти контролируют все этапы реконструкции. Объект, он социально значим как для Пермского края, так и для развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации. Поэтому все сосредоточено на то, чтобы закончить как можно быстрее данный объект. Всего на участке от Биршети до Кукуштана будут построены 3 транспортные развязки, 4 путепровода, 2 моста и 1 надземный пешеходный переход. По словам подрядчика, которому довелось поработать и в Тюменской области, и в Ханты-Мансийске, в Прикамье одна из самых масштабных строек страны. Руслан Пепеляев, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».